Ну что, ребят, всем здравствуйте, всем здравствуйте. И мы продолжаем проходить Дед Спасе, да, Дед Спасе. Вот. Игра очень классная. Мы остановились с вами на чем? Правильно, остановились вот на том, что мы все вот это вот очистили и пошли вот туда. Вот, то есть вот туда. И там какая-то была херня. Вот. Поэтому сажусь поудобнее. Наглазь покушать, всем приятного аппетита, кто кушает, да, кто кушает, приятного аппетита, кто пьет, приятно вообще пить, кофе пить, вообще питья приятного, да. Занимайте удобную позу для вас, пледик накидывайте. Приятного всем просмотра. Приятного всем просмотра, мы начинаем. О, привет! Короче, смотрите, давайте посмотрим, что у нас с вами есть вообще для начала. Сколько у нас бабок? У нас мало бабок. Блять, сука. На денег почти нету с вами. Ну, ладно, погнали, что в любом случае. Мы все прошли там. Остается только сюда. Остается только сюда. Здесь какая-то херня вроде была, нет? А, аудиосообщение. Отсек гидропоники, доктор Кросс, запись. Я не могу поверить в то, что вижу. Это безумие. Полное безумие. Я отправляюсь к крупной платформе. Слышала, что туда направились все выжившие. Джейкоб, я буду ждать тебя там. Мы это слушали с вами, да, в прошлой серии, но кто там не смотрел до конца, вот, еще раз прослушали. О, блин. Неизвестный антиген введен в фильтрационную систему. Аптека. Ну это пиздец. Черт, яд не подействовал. Он все еще дышит. Иди и прикончи его, пока он не заразил весь корабль. Поехали. И мы остановились возле вот этой вот херни. Зона невесомости. Мне прям к нему дайте. Блять, как? Подождите, я забыл. Ебать, а чё так далеко-то? Так, тут больше ничего такого нету. Пошли по прямой. А, вон, вижу, всё. Ай. Ага, ну они, короче, не смертельно, понятно. Как мне туда? Опа, отсосёшь. Бля, перезаряжай! Ай. Так, ну да, я понимаю, что... Бля, не надо вот такую хуйню. Все, минус одна. Ну, кстати, не такая сложная хуйня оказывается, прикиньте. Ну-ну-ну, давай. Ага. Ай, блядь. Где она? Еще одна, все. Блять, а че у меня? Это куда-то хуйня осталась, все. Ну. Ай-яй-яй, беги. Это хуйня. А, во-во-во. Ну,
справимся. Но они тут не такая сложная хуйня это. Ага, где это, блядь? Все, пизда. Так, пошли патроны собирать. О, пизда, да? Ой, блядь, что это? А что это за хуйня? Ничего себе. Плюется еще. Короче, я понял, что надо. Пошли обратно. Срочно обратно идти. Ну, это не такая сложная эта штука, реально. Там патроны лежат, но их неудобно брать. В этом-то весь прикол. Ой, короче, вот что нам надо с вами. Смотрите. Средние аптечки у нас есть. Это мы продаем. Да, продаем. Так, у нас есть вот это. Давайте их также продадим, да. Лазерный магазин у нас есть с вами. Лезвие нам также пока... Нам не, они не понадобятся вовсе. Хотя... Хотя... Пусть будет, ладно. Плазменный резак у нас с вами есть. Гишевая пила для резки горной породы. Силовой резак. Вот это 100% надо ставить. Винтовку можно ставить. Так, у нас в сейфе что-нибудь есть? Нет, ничего. Так, что нам нужно? Нам нужно с вами новый предмет какой, где... Но, например, никого нету. Нам с вами нужно 100% купить еще. Нет, для села пистолета что? Где? Нет, лазерный магазин нужен, но не так. Блядь, а где? Для огнемета? Лезвие, труборез, батарея, резака. Вот. Нам вот это 100% нужно с вами. Бля, может, все-таки это... Может, все-таки продать турборез? Просто вот эти штуки, я понял, шары можно, типа, ебашить их. Ты же мало птичек не мог купить, пиздец, да? Это, конечно, да... Ну давай плазменную энергию мы с тобой возьмем еще. Погнали. Ее разъебать как нехуй нахуй, блядь, вообще, просто. Мы с вами поняли, что эти клешни можно отхерачить, а что дальше делать, я так и не понял. Так, давай сразу все перезарядим с тобой. А то ну его нахер. Ага. Все полностью, да? Поехали. Всё, блядь, сейчас будет сложно. Я так понимаю, это босс, да? Типа, первый босс или что это, блядь? Блядь, может ты... Подожди, не понял. А, все включено. Уже было. Поехали. Поехали, давай. Давай, 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 давай. Сала хуйня. Бамс. Ага. О, поднимаем. Аптека. Перезаряжай быстрее! Блять, нету, да? Все, пизда. Ух, бля, куда я поплыл, бля? Ёбаный.
Нет, хуйня. Идея хуйня, 100%. Ага. Нужно, конечно, быть в полете, да? Минус одна хуйня. Да, где вот эти штуки, кстати? Вон она. Давай. Ну, ну, иди сюда. Памс. Летим сюда. Где она? У нас еще одна. Так. Давай-ка сюда ее. Поехали. Давай. А ну-ка. Оп. Вот так вот. Бля, нас и задевает реально. Чё, нету больше? Серьезно? Блять, я в шоке, ребята, я в шоках. Ну-ну-ну. Как мне от нее только бегать от этой, типа от этих ударов? Блять, где она? Так, патроны надо искать, патроны 100%. Ну давай, блядь. Угу. Ты что, противоположный, да? Не успею, да? Блядь. Патроны мне нужны. Где патроны? Хотя бы одни. Где патрончики-то, блядь, мои любименькие? Ну, оп, смотри. Хуяк. Давай, давай, давай сюда. Блять, не успел. Все, блять. Итак, у меня есть турборез еще, если что. А, вон туда нам попадает, да? Улетай нахуй туда. Бежали просто бегать. Так, не нужно. Где они? Вон оно. Да, вот все. А как мне ее, чё, блядь? Это было жестко. Улетай нахуй туда. Так, а как мне ее? Чё, блядь? А как я должен захуярить? Это пиздец. А как я должен ее захерачить, блядь? Мне вот что интересно. Как? Ты, сучка, смотри, что делает. Ну это пизда. А как мне... А как тогда? Как я должен ее захерачить в этом плане-то? Пиано, тогда будешь патрон покупать. Короче, тогда нахер турборез. Он вообще тут бесполезный максимально. Поехали.
Турборез нахер, он тут вообще бесполезный, максимально бесполезный. Против этого босса-то. Если еще потом купим его. Угу. Так, сразу. Продаем, да. Продаем, да. Так, плазменный резак оставить или нет? Турборез продаем, да. Дальше, что мы делаем? Смотри. Закупаем вот это с тобой. Силовой блок для пистолета силового. Где тут пистолет? Можно пистолет купить, кстати, этот силовой? Он тоже как будет нормально так. Нет, здесь нет силового пистолета, к сожалению. Да? Нету? Нету. Прикинь. А, у, можно. На 11 тысяч стоит. Да пошел он нахуй, этот силовой пистолет. Хотя, знаешь, давай попробуем вместо вот это вот. Вот это продадим. Да. Силовой... Ой, не-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 не. Силовой резак нет, нет, плазменный нужен. А я его продал уже, да? Нет, вот он. Он тоже тут пока что не нужен с тобой. Вот. Малого радиуса. Ну, пошел тогда нахуй, блядь. Смотри. Мы с тобой что покупаем? Лазерный магазин покупаем. Вот эту штуку покупаем 100%. Еще лазерный магазин. И давай аптеку с тобой купим еще. Вот так вот. Так будет правильно, я думаю. Да? Да, так будет правильно. 3 и 4. Все, два оружия всего лишь у нас с тобой. И аптеки много. Блять, всего лишь 3 здесь. Здесь всего лишь 4. У нас с тобой всего лишь 4, 3. Всего лишь 7 патронов на вот это вот. На наше оружие с тобой. Блять, такое. Поехали. Потому что вот эти два оружия, это прям вообще имба. Ну, я, наверное, выберу вот это. Наверное, выберу пока винтовочку. Потому что тут больше патронов не, во-первых. О, сейчас будет мясо, конечно. Ну, как мне захерачить вот это внутри, блядь, я хер знает. Зона невесомости. Поехали. А, вот так, блядь, можно. Пока переиграем с тобой. Ай. Сука, такая тварь. Так, патрончики ищу все пока. Ага. Ага, минус. Патроны, дай-ка мне патрончики. Оп, подняли. Где она, блядь? А, вон она. А, ты теперь будешь. Патроны, где патроны-то все, ёбаны? Патроны, где все патроны? Ай, ты чё охренела, блядь? Ты, блядь. Пиздец. Подожди, патрон нету, что ли, все? Че, тебе лети литра ливали, мы с вами все в литра ебали, да?
И, ну, где-то. Дожди, патрон нету, все. Давай, 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 быстрее. Ай, блядь, больно. Патрон у меня еще есть, в принципе-то, брать. А здесь нету, все. Давай, блядь, ну. Было больновато. Все, патрон нету, ребят. Прям вот вообще нету. Прям все, ноль патрон. Подожди, здесь нигде нету? Прям вот вообще нету? Нет, вот есть. А где он? Да. Улетай. Блядь, а как мне захерачить тогда в этом плане? Улетай! Я еще просто отхерачивался, да? Ай, сучка такая. Ёпта, серьезно, блядь, это пизда, не босс, правда. Это ёбаный пиздец, ребятки, а не босс. Все, у меня больше ничего вообще нету. Ни патрон, ничего, в принципе, блядь. Бля, я в ахуе нахожусь. Вообще даже под этот, блядь, вообще ноль патронов, ребят. Пизда. Не, это ББ, короче. Ну давай, короче. Патрон вообще нет. Да, что это вообще такое? Пиздец, а не босс. Просто жесть. Бля, и как мне поступить тогда в этом плане? Реально, как мне пройти этого босса? Денег у меня вообще тут нет. Вообще денег нет. Вообще ноль. В нулину все. Может, реально меньше патронов это тратить, блядь, на всю эту залупу. Так, мы продадим с тобой это. Одну аптеку, потому что там аптеки даются, блядь. Как мы с вами уже увидели. Да, одну протеку, да. Да уж, конечно, ты, блядь, могёшь. И давай купим мы еще одну для силового блока. А, ну для пистолета этого, блядь. 2000 потратим вот на это, блядь, и все.
Поехали, блядь. Бля, реально, вот нам бы еще реально давали бы, блядь, там аптеки, патроны хотя бы, блядь, вылетали из этих щупальц. Это было бы прикольно. Зона невесомости. Поднимем. Так, давай искать сразу же. Оп, поднимем. Подожди-ка, подожди-ка. Ты была где-то, ёбана. А где? Подожди, здесь аптека была. Дай-ка я пока... Где, блядь? Дай-ка пока поищу. Патрончики, вот это вот все, блядь. Оп. Ничего, блядь. Вообще ничего, прикинь. Либо я в голову задолблюсь, либо это, блядь, реально ничего нету. Давай я рядом с этими огненными штуками буду бегать, потому что нам не просто что так дают, правильно? Давай сюда. Может, реально надо херачить их вот этими штуками? Просто-напросто еще. Но здесь почти больше не осталось. А, вон еще. Где она, блядь? Дальше. Где эти огненные, блядь? Ладно, патроны потратили. Где? Все, нету, блядь. Подожди, а нету все этих огненных? Нету, блядь. А, вон, уже вижу одну. Все, одну увидел. Сало, блядь. Патрон больше нет, я напоминаю вам. Я его поднял? Да, прикинь. Так, вот еще огненная появилась. Где она, блядь? Все, патрон больше у меня нету. Так, подожди, а где огненная штука? Thank you.
А вот он. Ай, блядь, нихуя ты. Попал. Бля, ну тут ничего реально нету. Где мне найти патроны? Кто-нибудь скажет мне, блядь? Аптеки где мне найти, блядь? Дай-ка все вокруг просто так пробежим. А, цесало, блядь, да? Все, блядь. Под... Где патроны? Где, блядь? Все нахуй, алло, блядь. Бля, вон он, еще лось, нахуй. Давай, давай. Жили, не надо стрелять просто, надо просто бегать. Пизда. Сам проебался. Понял, конечно, просто бегать, да, блядь? Тварь такая, блядь. Ну, может, просто реально надо бегать и все, блядь. Подожди, блядь. Аптек есть где-нибудь хотя бы какие-нибудь? Не, надо все-таки стрелять. Да, она страдает. Проебал все. Блять, а как мы попасть туда? Да, надо стрелять. Поехали. Бля, это просто... А, по своей же хуярит, покинь. Угу.
Это будет очень долго, блядь. Да, у меня же голова кругом идет реально от этой хуйни. Просто голова уже кругом от этой хуйни. О, смотри, по своим херачит. Нормально. О, блядь, пиздец. Давай вот туда будем бегать, что прям реально голова кругом аж. Пока это хуйня будет плевать, нам нужно найти с вами патроны. Что? Я не матерюсь. Да, я спокойно сижу. Не ору матом. Что мне делать? Поищем что-нибудь, убрали, если ты ничего не потом так не давай, давай, пить. Он не такой сложный, он просто долгий. Да, потом реально найдет на этот патрон, на аптек, ничего. На аптеке не так сильно не видно, но потом. Только просто можно сделать. Все. Вот, все, значит, он спасен. Все, он спасен. Конечно, по одному патрону просто. Ну, давай, отлично. Все, скажи, что все, пожалуйста. Да, патрон нету, блядь. У меня вообще ничего нет. Блядь, дай мне хоть что-то.
патронов. Так. О, ничего, смотри, что могу делать. Видел? Видел? Ну все тогда. Давай, давай. Это единственное, что я могу сделать. Ай, блядь, это будет моя проблема. Выполнено. Конечно, понятно. Можно было проще сделать. Айс, отлично. Да. Хэммонд, ты слышишь? Уровень кислорода возвращается в норму. Черт, опять исчез. Я не вижу сигнала его Икса. Мой, давай ты сама будешь, давай-ка. У меня есть идея, как убраться с корабля. Я обнаружила аварийный маяк на рудной платформе. Если ты сможешь спуститься и включить его, мы пошлем сигнал бедствия. А, да? Черт, не знаю, сколько еще выдержит эта дверь. Правда, что ли? Да, мать, ты, конечно, даешь. Отправиться куда-то. У меня патрон, ничего вообще нет, вообще ничего. Отправиться я куда-то еще. А-а-а. Тебе нужно, ты отправляйся. Я, конечно, сложный босс, реально. Ну такой. Больше трудный, чем сложный. Он больше, типа, это. Трудный, чем сложный, что, блядь? Больше долгий, чем сложный. Давайте продадим что-нибудь. Что у нас можно продать? Да, вот это все продадим. И купим хотя бы плазменной энергии. Чуть-чуть. Ну, вот так вот. Сколько стоит лазерный магазин? 2000, да? Два аптеку купим, и все, в принципе. Че, нам больше ничего не нужно. А, аптеку можно продать. Хорошо. Тогда ладно. А, то есть вот так, да? То есть стоит 2, да? А, ну понятно. Или все-таки купить еще для этого? Не, давай-ка еще купим. Вот так это будет более рационально. Потому что нам так сильно больше ничего и не надо. Бля, это жесть. Это жесть. Это жесть. Сколько идет серия хотя бы? 58 минут. Ну, я думаю, в принципе. Думаю, ребят, все. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал, да, вот это все дело. Колокольчик, лайки, вот это вот все дело, да. Вот. Такая вот серия получилась, чисто по боссу, я так понимаю. Да, ну, конечно, не такой сложный, как кажется. Просто очень долгий и все. Спасибо за просмотр, еще раз. Увидимся в следующей серии. Давай.